Болезни сердца – одни из самых распространенных в мире. Только от ишемической болезни сердца умирают тысячи человек. Это 16% от числа всех смертей в мире. Каждую минуту с убийственными заболеваниями борются кардиологи. В Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова врачи работают с экстренными больными. Здесь каждая минута на счету. Любое промедление может стоить жизни пациента. Нина Прыткова профессионализм кардиологов оценила на себе. У меня был шок. Я увидела конец света. Я стала задыхаться. Случайно забыл телефон, никакой связи. Вот вы знаете, зацепиться не за что. Чуть доплелась до дома. Меня сразу в реанимацию туда, я там была 3 дня. Вот я удивилась, настолько люди вот готовы помочь, вы понимаете? Вы, говорит, вот спрашивайте все. Они нас вплоть до того, что умывали, потому что мы лежачие. Доктор наша, Дарья Дмитриевна, это вообще чудо какое-то. Она не просто вот бежит, она остановится. Я вот каждый день ей вопросник составляю. Дарья Срубилина профессию врача выбрала осознанно. Любовь к собственному делу чувствуется и в отзывчивости пациентов. Каждый больной выражает благодарность, ждет Дарью Дмитриевну к себе в палату как любимого гостя. В положительных отзывах за спасенные жизни не перечесть. За год работы через руки Дарьи Дмитриевны уже прошли сотни пациентов. А вот с кардиологией связать свою жизнь захотела на последних курсах университета. Но при этом плановая кардиология не очень меня как бы интересует, а вот экстренная кардиология, взаимодействие постоянно с пациентами, которые находятся на грани жизни и смерти, и где ты действительно можешь оказать помощь прямо здесь и сейчас и спасти жизнь, привлекла больше. Соответственно, поэтому и устроилась сюда. Кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом ЦКМСЧ – кладезь высококлассных профессионалов. Секрет хорошей работы коллектива – наставничество. Опытные врачи взращивают ординаторов, превращая их в кардиологов высшего класса. В нашем отделении очень развито то, что мы пациентов не то что не бросаем, но стараемся их наблюдать и доводим до того момента, решаем практически все их проблемы. Так как у нас пациенты все с прединфарктом, с инфарктом, если есть такая категория пациентов, которые многососудистые, они нуждаются дальше в оперативном лечении, то есть они могут быть застентированы, мы их подаем через телемедицинские консультации в федеральный центр. Еще один секрет отделения – сплоченная команда и постоянная поддержка. Дружественная обстановка помогает в непростых рабочих буднях. Нехватка кадров – единственная ложка дегтя. Поэтому в команду отделения постоянно ждут новых специалистов. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.